прежде чем писать мне свою хрю-хрю, купите хрю-хрю. Поняли вы? И диагноз ставьте себе. Понимаете? Хрю-хрю. Хрю-хрю. Купите свинокарри и будет карри. Понимаете? Вы не доктора. Понимаете? Не доктора, блин. Хрюкайте лучше. Вот. Понимаете? Бред. Хрюкайте, хрюкайте, хрюкайте. Ага. А есть еще у нас... Да. Вот. Видите? Будьте ниже. Понимаете? Я выше вас. И хрюкать не буду. По вашим хрюшкам. Поняли? Вот. А вы как мышки должны быть. Сидеть и молчать. Поняли? Вот. Так что запомните, друзья мои, прежде чем мне писать диагнозы, ставить тут, идите сами проверьтесь. Хорошо? И ведите свои эфиры. Я надеюсь, понятно выразил внимание. А то там одна хрюшка есть у нас. Ну, которая пишет гадости мне. Невзгоды будут просто баниться. Всем пока. А еще. Кстати, девочки, мальчики. Ой. Вот. Что хочу сказать. Купите свинью себе. И вот так вот хрюкайте. Каждый божий день. Понимаете, хрю-хрю делаете. Хрю-хрю. Хрю-хрю. Пока, блядь, диагноз у вас не поставится. Поняли? Так что запомните, хрюкайте получше. И это я для некоторых упырей говорю. Для некоторых упырей. Свиньей быть можно. А когда свинью режут, она очень-очень пищит. Вот так вот, пи-пи. Понимаете? Ну вот. Так что запомните, друзья мои, хейтеры или тролли, там, как вас звать там, блин, понимаете? Я просто на это не обращаю внимания. Просто сразу баню. Вот. А свиньи должны у нас сидеть, знаете где? В бане. Всегда хрюкать и хрюкать. Ой, хвостик, вот вам жопа, блин, для троллей. Ой, ладно, милый. Люблю, целую, обнимаю. И на гадости не обращаю внимания. Люблю.